директор по продукту компании Global Intellect Service Сергей Костюжов. Встречайте! Добрый день, друзья. Меня действительно зовут Сергей Костюжов, я действительно директор по продукту. Я отвечаю в компании за развитие продукта, я отвечаю за все обновления. И сегодня я от имени команды разработки вместе с вами подведу итоги 2023 года, покажу цифры и покажу новые возможности продукта, новые обновления, о которых вы еще не слышали. Ну, короче, самый классный контент мне достался опять на этих итогах года. Поехали. Мы с вами создаем продукт уже 9,5 лет, представляете? Фантастическая цифра для IT-продукта. И 9,5 лет мы не просто создаем мобильное приложение, мы создаем взаимовыгодную платформу, которая, с одной стороны, увеличивает прибыль предпринимателей, прежде всего малого и среднего бизнеса, с другой стороны, экономит семейный бюджет обычных потребителей, миллионов людей по всему миру. Давайте мы с вами сначала разберем, что UDS значит для каждой из этих двух аудиторий. Как вы думаете, сколько экономят наши пользователи? Порядок цифр. Сотни. Сотни? Что? Вот миллиарды, миллиарды — это правильный порядок. Мы посчитали, специально готовились к этому мероприятию, посчитали, сколько экономят наши пользователи. И только за 2023 год, только на территории России, обычные потребители сэкономили 4,5 миллиарда рублей. Только на территории России. Это потрясающая цифра. Объясню, это не просто баллы, которые сэкономили обычные потребители. Это фактически все баллы, которые они потратили на кассе, получив реальную скидку, реальную выгоду. Мне кажется, это потрясающая история еще и потому, что эта цифра растет год от года. По отношению к 2022 году эта цифра выросла на целых 29%. Нас тоже очень мотивирует история с тем, что наш продукт становится все более полезным и ценным для обычных потребителей. Обычные потребители тоже это ценят, и поэтому количество покупок, которые делают люди с приложениями UDS, копят и списывают баллы, оно тоже растет. В течение 2023 года мы достигли количества покупок 6 миллионов в месяц. Представляете, 6 миллионов раз. Обычный человек достает мобильный телефон на кассе и получает скидку. Для нас также очень важна цифра, о которой сегодня уже говорил Айрат. Это МАО, количество активных пользователей за 30 дней. Мы следим за этой метрикой, наверное, даже больше, чем за скачиваниями, потому что она показывает действительную ценность приложения для пользователей. Это сколько человек, уникальных в месяц запустило приложение, чтобы воспользоваться скидкой, чтобы найти для себя выгодные предложения. И специально показал динамику за несколько лет, с 2019 года. Посмотрите, какой мощный прирост. С 1 миллиона пользователей мы доросли до 4 миллионов пользователей в месяц. Это очень вдохновляющая цифра. И мы считаем, что это важная социальная миссия компании – помогать обычным людям, обычным домохозяйствам экономить семейный бюджет. И мы задаемся вопросом, мы как компания, что мы должны сделать, как мы можем помочь обычным пользователям экономить еще больше. И в 2024 году мы запускаем новый эксперимент, новую механику в приложении, которой никогда еще не было. Как думаете, что это такое предположение? Это механика, которая заставляет пользователей каждый день заходить в приложение, и это каким-то образом связано с выгодой. В 2024 году мы запустим в мобильном приложении игру. Это будет очень простая механика. Каждый день обычный потребитель, обычный пользователь мобильного приложения UDS может зайти в UDS и получить для себя какой-то классный приз. Что ему нужно сделать для этого? Ничего сложного, мы не хотим делать какие-то замудренные вещи, заставлять думать о наших потребителей. Мы просто говорим: потряси телефон, и наш шар предсказаний даст тебе
даст тебе предсказание и какую-то выгодную плюшку, чтобы ты смог сэкономить в своем городе. Просто потряси телефон, будет классная, приятная вибрация, и ты получишь сертификат. Мы считаем, что эта история действительно должна привести к увеличению ежедневной аудитории приложения. Тема с вибрацией зашла, дизайнеры находятся в этом зале, приняли в разработку. Смотрите, эта история классна не только как мотиватор для того, чтобы каждый день заходить в приложение, эта история классна еще и как новый канал привлечения клиентов, потому что призами в нашем приложении прежде всего будут являться не какие-то абстрактные призы федеральных компаний, которые можно получить в любом приложении, а это уникальные сертификаты, конкретные заведения в твоем городе, которые тебе принесут понятную приятную экономию. В то же время для предпринимателей появляется еще один дополнительный канал привлечения клиентов. А вы знаете, как приятно получать призы? Это не просто реклама, это еще и эмоциональный, такой гормональный всплеск, когда ты что-то выиграл. В призах всегда есть какая-то дополнительная ценность для обычного потребителя. Уже весной этого года мы запускаем игру в нескольких городах. Мы будем внимательно смотреть, насколько эффективно это работает на повышение активности в приложении, насколько эффективно это работает как канал привлечения. И в случае, если эксперимент сработает, мы обязательно раскатаем это на все остальные города. Не забывайте обновлять мобильное приложение. Айрат Измайлов очень доходчиво до меня объяснил, в чем суть мобильного приложения UDS. Это действительно единая точка, где можно получать выгоду. Фактически наше видение заключается в том, чтобы UDS App стал приложением номер один для выгодных покупок. Мобильное приложение UDS уже сейчас объединяет в себе бонусные карты локальных брендов. Да? Это наши 7 тысяч компаний, которые расположены по всему миру. 7 тысяч именно локальных брендов, которых невозможно найти в других мобильных приложениях. Именно UDS позволяет собрать все эти выгодные предложения вместе и получить скидку. Во вторую очередь UDS объединяет в себе еще и сертификаты и выгодные приложения, которыми тоже можно воспользоваться в этих самых малых бизнесах. И теперь к этому потрясающе сильному позиционированию добавляются еще и карты федеральных и региональных компаний. Мы намерены эту историю растить дальше. И уже сейчас мы на пути к тому, чтобы UDS App действительно стало приложением номер один для скидок, которое было бы у каждого человека, которому интересно экономить. Но это еще не все. Помните, у нас было два столбика, что UDS — это не просто приложение, в котором собраны выгодные скидки, это еще и инструмент увеличения прибыли для малого и среднего бизнеса. Давайте здесь разберемся, как это сработало для предпринимателей в 2023 году. Во-первых, это не просто инструмент увеличения прибыли, это инструмент увеличения прибыли, который обновляется каждые 3 недели. Здесь, в этом зале, присутствует незримо участники команд разработки, поэтому здесь, именно в этот момент, я прошу вас поаплодировать им. Эти ребята по вашей обратной связи делают невероятную просто работу. Мы за 9,5 лет создали уникальный продукт, в котором действительно много эффективных и классных инструментов для малого и среднего бизнеса. Сотни новых, может быть, не всегда заметных, но важных возможностей. Обновление появилось за 2023 год, и через 3 недели выйдет новое обновление, потом еще одно обновление. Вот, например, через 2 недели, через 2 спринта разработки, точнее, которые у нас занимают по 3 недели, выйдет новое обновление, которое ждали, о котором писали многие партнеры, которые здесь находятся. Это обновление по сертификатам. Можно будет создать сертификат, который действует с конкретной даты по конкретную дату. Это одно из обновлений, которое у нас планируется. Спасибо. Смотрите, к чему приводит постоянное развитие продукта по вашей обратной связи. Мы действительно растем, и этот график нас очень дровил в течение всего года. Мы хотели сделать вместе с вами, мы хотели сделать крутой результат, и он действительно получился. Смотрите, за 1 год, с января 2023 года, мы выросли на 22% в количествах компаний клиентов на платформе.
обратите внимание, продукт, которому 9,5 лет, который вышел уже из этапа стартапа, из этапа интенсивного роста, показывает такой рост, плюс 22%, потрясающая цифра. Почему предприниматели подключают UDS, почему они остаются на платформе? Давайте посмотрим в цифрах, что UDS бизнес принес обычным предпринимателям. Уже 9,5 лет мы говорим малому бизнесу, что гораздо выгоднее, гораздо целесообразнее качать повторные покупки. Делайте ваших клиентов лояльными, не привлекайте новых, но делайте так, чтобы лояльные в вас влюблялись, чтобы ваши клиенты становились постоянными. И 9,5 лет — это наше уникальное торговое предложение. И посмотрите, в течение 2023 года повторные покупки принесли предпринимателям 72 миллиарда рублей. 72 миллиарда рублей — это не сумма всех покупок, которые были совершены с UDS. Таких покупок было гораздо больше. Чтобы дать вам честную цифру, мы действительно взяли повторные покупки. Покупки, которые были совершены именно благодаря тому, что предприниматель использовал инструменты UDS. Пуш-рассылки, акции, сертификаты и так далее. И особенно отрадно для нас, что эта цифра опять-таки растет. Сумма повторных покупок в 2023 году выросла на 38% по отношению к прошлому году. Повторные покупки — это еще не все. Вы знаете, что уже 9,5 лет в UDS существует уникальный инструмент. Это реферальный маркетинг. Когда лояльный клиент, которому очень понравилось, который хочет ходить к вам еще и экономить, он начинает отправлять ссылку на вашу компанию своим друзьям. И покупки, которые были совершены вот этими вот приглашенными друзьями, суммарно только на территории России, в 2023 году принесли 5 миллиардов рублей. Уходим из программы лояльности вообще в другой инструмент. Это онлайн-заказы. Онлайн-заказы — это удивительный функционал, потому что он напрямую вроде как не связан с программой лояльности, но по факту тоже влияет и на возвращаемость пользователя. И несмотря на то, что в этом году не было принципиальных изменений с точки зрения функционала, этот функционал каким-то чудом органически растет. Почему-то люди начинают более активно заказывать, предприниматели более активно настраивают этот функционал. И эта цифра впечатлила меня больше всего. Даже не то, что здесь 1,3 миллиарда рублей принесли заказы предпринимателям, а то, что эта цифра выросла на 63% к 2022 году. Вы знаете, таких цифр, их можно довольно много найти, потому что, как вы знаете, модулей и инструментов UDS более 40. Я бы вообще не слез бы до вечера с этой сцены. Поэтому давайте все-таки пойдем дальше. Мы понимаем, что ценность у UDS колоссальная, и количество предпринимателей растет, потому что мы не монопродукт, а у нас есть действительно большая экосистема. У нас есть продукт-конструктор, который мы выстраиваем так, чтобы он подходил абсолютно каждому предпринимателю. Вы помните, да, что UDS не для всех, а для каждого. У нас есть более 30 различных инструментов. У нас есть уже более 60 интеграций с различными кассами и другими IT-решениями. И также у нас есть три платформы, которые позволяют применить UDS к большому количеству компаний. Львиная доля компаний использует UDS с нашим флагманским продуктом, мобильным приложением UDS App. Есть компания, которым по нраву другая история, это выстраивать лояльность через бонусные карты Apple Wallet и Google Pay. Есть компании, которые начисляют, списывают бонусы по номеру телефона. И мы стремимся вот это вот позиционирование, что UDS не для всех, а для каждого, расширять, углублять. Как сделать так, чтобы UDS был полезен как можно большему количеству предпринимателей? Как нам сделать так, чтобы захватить еще больше сегмент рынка, чтобы еще большее количество предпринимателей захотело использовать UDS? И с другой стороны, как нам сделать так, чтобы еще больше миллиардов людей экономило семейный бюджет? Сегодня мы хотим вам представить абсолютно новую платформу для работы с клиентами, новую платформу программы лояльности, которая усилит наш продукт, которая позволит нам выйти на новые сегменты клиентов, которая станет четвертой наряду с мобильным приложением UDS App, наряду с программой лояльности по номеру телефона и наряду с цифровыми бонусными картами Apple Wallet и Google Pay. Давайте посмотрим видео.
Мы в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Здесь находится кофейня МИН. 2 месяца назад эта кофейня внедрила программу лояльности на базе Telegram-бота. Мы работаем 3 года. За эти 3 года у нас появилась большая база постоянных гостей. А частенько у нас спрашивали, а почему у вас нет системы лояльности? Качество сервиса они оценивают, есть ли у этого заведения есть какая-то система лояльности. Почему именно Telegram-бот выбрали? Это быстрая регистрация. Этим приложением пользуются практически все наши гости, и это способ коммуникации. Первоочередно, да, в голову пришло именно Apple Wallet, но нам показалось, что достаточно он уже устарел и малофункционален. А не хватает, я думаю, именно работы напрямую с клиентской базой. Узнают они через бариста. Внимание каждого гостя они обращают на QR-код, который мы поставили перед кассой. Рассказывают, что у нас появилась система лояльности, что она очень быстрая, удобная и ненавязчивая. Да, очень удобная программа лояльности. Очень быстро можно пройти регистрацию и сразу же получить свои баллы. Telegram-бот отражает нашу главную ценность – быть ближе к человеку. А сегодня мы в Истине. Это первый и самый известный винный бар Казани. Они тоже решили попробовать программу лояльности на базе Telegram-бота. Винный бар Истина существует с 2017 года. Изначально у нас... была, так скажем, сделанная на коленках программа лояльности. Это скидка постоянным гостям. Мы выдавали какие-то карты, которые можно было проводить через Айк. В общем, никак это, по-моему, не регистрировалось. Учитывая то, что я безмерно люблю Telegram. Я подумал, что Telegram-бот — это ведь так здорово. Это так нативно, так просто. Когда официант выносит меню, он сразу приносит нашу специальную карточку, где есть QR-код на Telegram-бот, и рассказывает уже про условия. Получается, это нужно для того, чтобы клиент успел зарегистрироваться, и когда будет рассчитываться, у него уже все было готово. Да, конечно, чтобы в течение вечера он уже это сделал и к концу вечера рассказал нам свой код. Это вообще классно изучать аудиторию своего заведения. Классно понимать, как часто к тебе возвращаются гости. А он с 15 января раз в месяц будет всю базу анализировать, выявлять кормильцев, чемпионов, тех, кто давно не приходили. Прикольно, вот это классно, короче, да, это здорово. Итак, друзья, сегодня мы представляем вам новую платформу для построения программы лояльности, которая усиливает другие наши платформы. Это UDS Telegram-бот. Наверное, вы уже поняли, что этот продукт готов, что он уже работает в нескольких компаниях. И я от себя могу добавить, что это предприниматели из Казани, которых я лично хорошо знаю. Они действительно давно знают, что я из UDS. И мы между делом всегда общаемся про бизнес, про клиентский сервис. И довольно давно... мы с ними общаемся, естественно, про UDS, тоже косвенно затрагивая эту тему. И эти люди ни в какую не хотели использовать, вообще внедрять программу лояльности, и Telegram-бот стал именно тем решением, на которое они мгновенно и сразу откликнулись. Мы верим, что этот продукт действительно позволит собрать новый сегмент. Давайте мы с вами сейчас подробно поговорим про этот продукт и разберемся, почему именно Telegram. Это... не наша статистика, это цифры, которые мы взяли у агентства Mediascope. Это исследование медиапотребления в России за 2023 год. Здесь представлены все основные социальные сети, которые на территории Российской Федерации действуют. Вы видите, как растет ВКонтакте, вы видите, как не растет ТикТок и Одноклассники. И посмотрите на Telegram, какой внушительный рост с 2022 года. То есть население Российской Федерации все сильнее и сильнее подсаживается на это приложение, скачивает его и начинает общаться именно в Telegram. Есть еще более интересная статистика, которая прям, мягко говоря, возбуждает. Посмотрите, что в возрастной аудитории до 24 лет 71% имеет на телефоне приложение Telegram и пользуется им. В более взрослых возрастных аудиториях действительно процент тоже внушительный. Практически половина всего население пользуется этим мобильным приложением, то есть оно уже установлено в телефонах. Это отличная цель для нашего с вами приложения UDS App, но пока это отличный инструмент для того, чтобы забирать этот рынок с вами.
Почему Telegram? Потому что вы слышали, что предприниматели об этом говорят, потому что Telegram — это действительно просто и понятно, по крайней мере, для молодых предпринимателей и для молодых их клиентов. Чтобы накопить бонусы в этой парадигме, не нужно ничего скачивать, не нужно открывать никакие приложения, надо открыть Telegram, чтобы просто накопить или списать бонусы. И уже в Телеграме, в Телеграм-боте будет тот самый QR-код, те самые 6 цифр, которые нужно назвать сотруднику, назвать кассиру, официанту, чтобы получить или накопить бонусы. Чем история с Телеграм-ботом еще проста? Это регистрации. В Телеграм-боте абсолютно простая регистрация, она делается буквально в 3 шага, можете посмотреть видео на экране. Первый шаг, мы запускаем бот через QR-код на кассе. На видео вы уже смотрели, как на кассе стоит красивый тейбл-тент, или во втором случае приносит красивую карточку с QR-кодом. В этот QR-код вшита ссылка на Telegram-бота. Клиенты сканируют его и попадают, в общем-то, на вот этот вот экран с Telegram-ботом. Затем клиент делится номером телефона. Для подтверждения не нужно не проходить никакую капчу, не нужно совершать никакие звонки. В один клик человек подтверждает свою личность. Затем он заполняет имя, пол, дату рождения. При этом, если он когда-либо за 9,5 лет регистрировался в мобильном приложении UDS, а такое вероятно, прям крайне вероятно, да, что он один из тех 36 миллионов, то ничего ему заполнять не нужно, он сразу получит код скидки, сможет списать, накопить бонусы. 3 шага. Запустить бот, поделиться номером телефона, без капчи и звонков. Почему Telegram-бот — это круто? Потому что в отличие, наверное, от других продуктов, не секрет, что программа лояльности на Telegram-бот — это не новая история. Возможно, есть другие компании, стартапы, которые это делают, но наш Telegram-бот, он работает на уже готовой инфраструктуре экосистемы UDS, в которой уже есть более 60 интеграций с самыми популярными кассовыми решениями, и наш Telegram-бот уже работает практически со всеми кассами. Вот эти две компании, с которыми мы работали, интеграция происходила без технического специалиста, просто, ну, грубо говоря, на кассе раз-раз и готово. Мы знаем, что предприниматели оцифровывают своих клиентов, чтобы не просто видеть статистику, но и знать своих клиентов. Если вы оцифровываете клиентов через Telegram-бот, вы, естественно, знаете имя и фамилию каждого клиента, вы знаете дату рождения каждого клиента. Но еще один очень важный момент, который мы заметили при опросах и исследованиях предпринимателей, абсолютно каждый клиент, который регистрировался через Telegram-бот, предоставляет номер телефона компании. То есть по всей клиентской базе у предпринимателя будет номер телефона, и это очень важно, потому что при помощи номера телефона можно связаться с конкретным клиентом, это реальные люди, реальные ваши клиенты. Зачем вообще предпринимателю совершать покупки и, в общем-то, предлагать Telegram-бот своим клиентам, своей клиентской базе? Потому что при начислении бонусов база оцифровывается, а UDS, зная информацию о дате посещения, зная информацию о суммах покупок, он уже может автоматически выявлять клиентов-кормильцев. И клиент, который уже воспользовался Telegram-ботом, уже увидит это. Представляете, за 2-3 месяца одна из компаний вот этих вот смогла выявить сегмент самых платежеспособных клиентов и кормильцев. И это, в свою очередь, позволяет выстраивать маркетинг, позволяет выстраивать какие-то взаимодействия и как-то воздействовать на этих клиентов-кормильцев. UDS, Telegram-бот — это не просто история про начисление бонусов, это еще и канал коммуникации, как об этом говорили предприниматели на видео. UDS Telegram-бот позволяет начислять баллы клиентам. UDS позволит начислять баллы клиентам автоматически, но также, я думаю, что если здесь есть клиенты, которые используют UDS, наверное, вы так делали, когда какого-то клиента конкретного хочется вернуть, какие-то клиенты давно не приходили, написать прям искренний, честный текст и дать какую-нибудь классную скидку. UDS Telegram-бот позволяет это делать как раз-таки. Когда вы через консоль UDS Business, UDS Admin начисляете баллом клиентам, то этот клиент получает прямо в Telegram сообщение с количеством баллов и текстом, который вы написали. Ну и, конечно, базовая механика, must-have в современном клиентском сервисе — это баллы на день рождения. Мы с вами видели, что при использование Telegram-бота, при регистрации абсолютно каждый клиент оставляет дату рождения. Соответственно,
при наступлении дня рождения, за несколько дней, в момент, как вы настроите, клиент также прямо в Telegram, прямо в бот получит сообщение от вас с текстовым поздравлением и баллами, которые он может прийти и потратить у вас. Вот этот функционал, это прям пушка-бомба, мне кажется. Сейчас есть определенные технические ограничения Телеграма, которые связаны с нагрузками. Мы как компания обещаем сделать все возможное, чтобы это все-таки появилось. Этот функционал в тестовом режиме сейчас работает с несколькими компаниями. Будет это или нет, мы точно сказать не можем, но мы делаем все возможное, чтобы это появилось, но работает просто бомбически. Когда клиенту прямо в Telegram-бот приходит изображение с текстом, то есть фактически маркетинговая рассылка, маркетинговая акция по вашей базе через Telegram-бот. Потрясающая история. И самое главное, чем хочется поделиться, то, что прямо сейчас этим можно пользоваться уже. Продукт уже вот прямо вот в течение этих 20 минут вырос. Прямо сейчас предпринимателям доступна регистрация клиентов через Telegram-бота. Доступно списание, начисление бонусов при покупке. Индивидуальное начисление баллов, когда выбираете конкретного клиента или нескольких клиентов и начисляете им бонус. Также доступно автоматическое начисление в Telegram баллов на день рождения. В течение 2024 года, надеюсь, что скоро, в ближайшее время, появится рассылка новостей, появится начисление баллов целым сегментом клиентской базы и появятся скрипты автоматизации, которые тоже будут работать по всей вашей клиентской базе. Как мы уже с вами проговорили, UDS не для всех, а для каждого. И если до этого у нас было 3 платформы, то теперь платформ стало целых 4. Наряду с номером телефона, мобильным приложением UDS и цифровыми бонусными картами Apple Wallet появилась 4-я платформа Telegram-бот, которая действительно откликается у молодых предпринимателей. Мы, честно, я думаю, что многие здесь согласятся, считаем, что лучший инструмент для клиентского маркетинга, для программы лояльности – это флагманский продукт, мобильное приложение UDS SAP, у которого 36 миллионов скачиваний, MAU 4 миллиона и огромное количество маркетинговых фишек и инструментов. Но предприниматель иногда может считать по-другому. Это его право, это его бизнес, и, может быть, он действительно про свой бизнес и про своих клиентов знает больше, чем мы. Это вполне справедливо. И поэтому мы как компания не давим, мы как компания просто даем предпринимателю все самые современные решения для лояльности и клиентского сервиса. А предприниматель сам выбирает, как он будет взаимодействовать с клиентами. Через Telegram-бот, через цифровые бонусные карты или через мобильное приложение. Есть одна хитрость. Когда компания начинает цифровывать базу через цифровые бонусные карты или через Telegram-бот, то ее компания все равно появляется в мобильном приложении UDS. Что будет дальше? Клиент оцифровывает клиентскую базу через Telegram-бот. Через год он заходит и понимает, что львиная доля его клиентской базы это пользуется приложением UDS. И вообще-то можно использовать более современные, более гибкие инструменты. И таким образом, что бы мы ни разрабатывали, какую бы платформу мы ни качали, в конечном счете все идет в копилочку нашего с вами большого видения, что UDS как мобильное приложение, как must-have продукт для экономии все равно будет расти. Какое еще одно важное последствие сегодня наступило при реализации Telegram-бота? Фактически UDS становится омниканальной платформой. То есть у вас есть база. В этой базе могут быть клиенты, у которых есть мобильное приложение, у которых есть Telegram-бот. Я убежден, что после этой презентации уже в понедельник будут сотни компаний, которые подключат Telegram-бот. И появятся, соответственно, внутри клиентской базы сегменты клиентов, которые пользуются приложением, сегменты клиентов, которым удобнее пользоваться Telegram-ботом. И фактически это открывает для нас, как для предпринимателей, которые пользуются UDS, новые возможности для более эффективного маркетинга. Потому что, зная, какой платформой пользуется каждый из наших клиентов, мы можем более эффективно выстраивать маркетинг. Уже в следующем обновлении, через 3 недели, в UDS Business появится новый фильтр по вашей клиентской базе, который будет называться канал коммуникации.
И в этом фильтре можно будет выявить клиентов, у которых есть мобильное приложение, сегмент клиентов, у которых есть Telegram-бот, сегмент клиентов, у которых есть цифровая бонусная карта, сегмент клиентов, которые предоставили номера телефонов. Поскольку каждый из этих параметров — это отдельный канал коммуникации, и с каждым этим каналом коммуникации надо по-хорошему взаимодействовать определенным образом. Например, если клиент взаимодействует с компанией через Telegram-бот, мы знаем, что в Telegram-боте нет сертификатов, но там есть информация о начислении баллов. Давайте вот этому сегменту отправим баллы. А если у другой части клиентов есть мобильное приложение UDS, то надо туда сертификат отправить, потому что они конвертят на прям ближайшее время посещения компании. А если есть, например, какие-то наши кормильцы, через RFM-анализ смотрим, которые много денег нам приносят, почему-то перестали ходить, и у них есть номера телефонов, давайте им позвоним и с ними проведем какой-то более точный, пусть немножко более дорогой, но более конверсионный маркетинг, который нам приведет больше повторной прибыли. Фактически маркетинговые возможности UDS принципиально расширяются, потому что UDS становится омниканальной платформой. Главная новость заключается в том, что UDS Telegram-бот, он уже доступен. Прямо сейчас абсолютно каждый клиент, абсолютно каждая компания, которая пользуется UDS, может зайти в UDS Store или может зайти в раздел расширения UDS Admin, UDS Business, выбрать там модуль Telegram-бот и оставить заявку на подключение. Там есть подробная инструкция, все это можно сделать буквально за 20 минут. Обещаем, что мы в ближайшее время разгребем все заявки, и компании, которым это действительно нужно, начнут использовать Telegram-бот. Так что welcome. Я надеюсь, что этот инструмент принесет много прибыли предпринимателям. Давайте разберемся и копнем чуть глубже. Почему сегодняшнее обновление важно именно для дистрибьюторов, именно для партнеров? Потому что с сегодняшним обновлением продукт становится еще более ликвидной, лицензия UDS становится еще более ликвидной, она становится более ценной. Если у нас есть потенциальный клиент, молодой предприниматель или какая-нибудь компания с молодежным бизнесом, где основной сегмент до 24 лет, например. Эта история, она максимально понятна молодым предпринимателям. Вы смотрели на видео. И также предприниматели на видео упомянули, что Telegram-бот — это выигрышная альтернатива бонусным картам в Apple Wallet и Google Pay, потому что это, с одной стороны, канал коммуникации. Действительно, в отличие от таких бонусных карт, можно отправлять клиентам баллы и с ними коммуницировать. Но, с другой стороны, фактически это white label. Нам довольно часто пишут и спрашивают, когда мы дадим возможность сделать именную программу лояльности для предпринимателей. Если у вас есть такие клиенты, вот, пожалуйста. Абсолютно каждый клиент создает и оформляет бота, как он хочет. Назовите его по-своему, загрузите любой логотип. Это будет фактически white label программа лояльности для абсолютно любого малого бизнеса. За ту же абонентскую плату. Мы верим, что в 2024 году, благодаря новым инструментам, мы сможем забрать еще больше сегменты рынков, что еще большее количество предпринимателей смогут выстраивать качественный клиентский маркетинг, возвращать своих клиентов, увеличивать прибыли. И мы верим, что еще больше выгоды наши инструменты принесут обычным потребителям. Давайте использовать этот продукт, давайте нести нашу миссию в массы, а мы со стороны команды разработки будем искать новые точки роста и новые инструменты. Спасибо.